Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilmDB. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на «Отель Руанда». Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Операция «Арго» 2012 года. 4 ноября 1979 года революция в Иране достигает своего апогея. Исламисты штурмуют посольство США в Тегеране и берут в заложники 52 американца. Но в этом хаосе шестерым удается ускользнуть и найти прибежище в доме канадского посла. Понимая, что их обнаружение и вероятнее всего убийство всего лишь вопрос времени, Тони Мендес, специалист ЦРУ по тайному вывозу людей из страны, предлагает рискованный план безопасной эвакуации. План столь невероятен, что такое бывает только в кино. «Кровавый алмаз» 2006 года. 1999 год. Сьерра-Леоне. Гражданская война. Кровь и хаос. В этой безрадостной атмосфере орудует ловкий контрабандист, специальность которого – бриллианты. Ему нет особенного дела, что эти камешки используются для дальнейшего нагнетания межнациональной розни. Но однажды контрабандист встречает местного рыбака, у которого пропал сын. Его, говорят, забрали в детскую армию, используемую на флотах гражданской войны. И два разных человека образуют противоестественную коалицию. «Список Шиндлера» 1993 год. Лента рассказывает реальную историю загадочного Оскара Шиндлера, члена нацистской партии, преуспевающего фабриканта, спасшего во время Второй мировой войны более 1100 евреев. Это триумф одного человека, не похожего на других, и драма тех, кто благодаря ему выжил в ужасный период человеческой истории. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!